праздник аплодисментов чуть не обул. Аплодисменты! Вот так вот, киписпан. Я думаю, нам стоит дать слово главе нашего жюри, декану факультета физического воспитания и спорта, профессору Кедровскому Борису Григорьевичу. Вот под музыку уходите на сцену, Борис Григорьевич. Все для вас. Добрый вечер. Все присутствующие, студенты факультета, гости, родители Абидумова здесь, преподаватели. Я, конечно, очень рад, что выступление студентов факультета физического воспитания и спорта настолько становится популярным и привлекает так много зрителей из других факультетов. Это говорит о том, что студенты факультета не только вот себя свободно чувствуют и сильны на спортивных площадках, спортивных залах. Они также себя так свободно и с достоинством выглядят и на вот этой арене, как бы я сказал, на сцене. Я всегда говорил и еще раз скажу для всех, что учитель физического воспитания и тренер – это тот же артист, который выступает в школе, в классе перед небольшой аудиторией. И все студенты факультета физического воспитания и спорта, которые проходят через вот эту вот сцену, они действительно становятся профессионалами в своей дальнейшей деятельности, учительской, тренерской и так далее. И вы знаете, чем больше с каждым годом вот чувствуется какой-то вот рост, какой-то взлет, какой-то подъем энтузиазма. И знаете, что приятно было сегодня смотреть, что практически все номера, вот я смотрю, вам, конечно, нет такой программы и почему-то не объявляли, но все номера практически готовили студенты старших курсов. А то не принимали участие в этом и не готовили эти номера. И я хочу пригласить на сцену Анастасию Пугачеву. Давай почувствуй, когда я вам сюда. Значит, это выпускница факультета. Борис Григорьевич, это Антонина, а теперь Анастасия Пугачева. Анастасия, здравствуйте. Ну, не сюда ближе. Вы понимаете, их две сестрички, поэтому я постоянно путаю, это Тёня и Настя. Настенька, я очень рад, что ты сегодня присутствуешь здесь. И знаете, вот, что мне приятно было сейчас посмотреть, вот на ребята, которые поступали, в основном на студентов, это, собственно, воспитанники Насти Пугачёвой. Вот я сейчас скажу, это Тёня или Настя? Я сказал, ну ты милый, прошу просить, нет, я поправляю. Тонечка, я хочу, вот, если я попрошу ее сейчас за 2 минуты провести флешмоб, она сейчас это сделает. И сделает это буквально без подготовки. Так или нет? Вот сейчас, со студентами факультета. И вот они уже все готовы. Сделай сейчас. Илья Николаевич, прошу музыку, пожалуйста. Давай, давай. Thank you.
участие в таких мероприятиях. Дочка Пушистка, все, подойди сюда, я попрошу тебя вручить 4 грамоты. Ваши аплодисменты, друзья! Знаете, вот сегодня принимали участие, ну, фактически дебют среди студентов первого курса. Обычно мы проводим такой студенты первого курса, показывают свои таланты, раскрывают. Я когда с ними собеседование провожу, я спрашиваю, а какие у вас скрытые таланты, кроме занятия спортом, вы имеете? Они говорят, да, ну я там еще не занимаюсь только спортом. Они говорят, мы танцуем, поем, играем на фортепиано. Вот сегодня также, вот видите, раскрылись таланты. Молодой человек, студент факультета физического воспитания и спорта, первый курс, играет на фортепиано, играет неплохо. Девушка, одна девочка, которая вот сейчас читала стихи, фамилия его. Якименко Настя, да, Якименко, читала собственные стихи. Вы знаете, вот мне кажется, что вот на факультете действительно талант не только спортсмену, а и поэту. Потому что одна поэтесса есть у нас, ведущая была, иди сюда, ведущая, которая... Вольская Алена, которая в этом году выпустила уже сборник своих стихов и готовит уже второй сборник стихов. Я видел, что Анастасия также, ну, я не буду загадывать, но постарается что-то сделать, чтобы действительно факультет славился и такой номинацией в своих выступлениях. И хочу, кстати, подчеркнуть, что гимн сегодняшнего, гимн факультета физического воспитания и спорта, это был на слова Алены Вольской. Думаю, что за 4 года еще впереди у них будет много времени раскрыть свои таланты. Весной у нас будет «Молодая пыль» конкурс, а там они проявят себя еще, раскроются более ярко и с полной ответственностью подойдет к подготовке этих концертов. А естественно, над концертами, над своими номерами еще есть над чем работать. Об этом мы будем говорить с руководителями. И последнее, что я хотел сказать, так как принимали участие в конкурсе все студенты факультета и студенты старших курсов и постановщики, то победителей сегодня у нас нет, а приз будет для всех участников сегодняшнего концерта, который вот стоит на столе. Я хотел бы попросить, пожалуйста. Это приз для всех участников. Подводя итоги, я хочу наградить или отметить подяками и грамотами лучшие номера. Практически все номера были на уровне, соответствовали всем требованиям, они были разделены по номинациям. Поэтому я хочу, вот все жюри посоветовались и отметили такие номера. Нагороживаются студенты факультета физического выхования и спорта в номинации «Танцевальный попури». Вот я как раз Пугачёв, выручена на «Танцевальный попури». Студентка 113-й группы «Ворд Патаисия» с «Эрмалина Стасика». Студентка 113-й группы Якименко Анастасия. И будущий композитор Бенгер Игорь. Где музыканты? Бенгер Игорь. Нарочито за також студенты факультета физического спорта номинации «Массовый номер». Студенты факультета номинации «Сучасна хореография». Я не могу не
нет, Митечка, конечно, и начал и дебют студента первого курса в номере КВК. И все, это закончил. Там реально, КВК. Украинскую державную мировую, скажу, в присутствии здесь член жюри, также известный и продюсер, и постановщик этих городских дорог, отметить, что действительно у ребят есть начало. Я думаю, что под руководством таких руководителей, как вы сказали, задумчивые люди, да, это как-то на самом деле. Что будет с них сделать людей? Команда КВК награждается так, что мы работаем. Вы знаете, мне вообще... Особенно хотелось бы отметить то, что не только вот такие вот дискотечные номера, там вот, спортивные, акробатические и так далее, что ребята могут делать и серьезные номера, и в частности вот и песня патриотическая, которая прозвучала, и номинация, я хотел бы также вручить грамоту сборной команде по номинации «Патриотична молодь Украины». Ну а теперь подяки, благодарности и подяки студентам факультету старших курсов, которые готовили этот концерт, готовили студентов первокурсников, вдохновляли их на это мастеру спорта международного класса Дубине Гане. Студентка 312-й группы. Сумонец Сфира, студент 411-го года. Бананчук Виктор. Капцов 11-го года. Нейберг Юлия. Подяка студентам факультету культуры и университета, которая также помогала нашим студентам. Все эти группы студентов факультету международной спорта. Студент 411 группы Руденко Виталий. Студентка 4-го курса 411 группа, яка практично у всіх танцювальних номерах приймала участь, не тільки ставила, а приймала участь Чорнородюк Юлія. Як зараз це ви робите для своїх керівників. І ще хотів би декілька подяк вручити студентка 5-го курсу 511 група «Вольська Альона». Це теж випускнику факультету, який сьогодні був ведучим, теж відомий КВНщик, відомий діск-джей Херсона. Це Скакунов Петер.
сказать еще дякую всем. Я уважаю, у нас 10 лет назад была заступником декана Горбоноса Ольга Вячеславовна. Так вот, такие заходы я называл шоу «Горбоносики». А сегодня хочу назвать шоу «Ковали», так как Виктория Юрьевна Ковали.
Аня из Борг, привет! Мы рады вас приветствовать сегодня на нашем замечательном мероприятии. Вот это фестиваль искусств «Дебют 2015». Аня, мне кажется, или на физмате аплодируют громче. Привет! Вот мы и подошли к нашему такому вот торжественному, классному дню, которого мы долго ждали, ребята очень долго готовились. И давайте непременно уже начинать, если мы начнем, естественно, по традиции, без команды, начнем с команды, без которой мы сегодня не обойдемся. Никак. Алена, начинай. Это наше многоуважаемое жюри. Итак. Выпускница факультета. Кандидат мастера спорта по художественной гимнастике – это Пугачева Антонина. И сразу же, пока мы затронули тему выпускников факультета, выпускник факультета Дмитрий Хищник-Журавский. Глава студенческого совета факультета Меньшикова Наталья. Студии «Жидрок» Ващенко Роман. Хореограф постановщик эстрадно-цирковой студии «Жидрок» Кравец Анастасия. Директор «Лениковый мандарин», победитель проекта «Рассмеши комика» Нахмед Измаилов. Начальник гуманитарного отдела Херсонского государственного университета «Жмак» Лариса Анатольевна. Ну и, конечно же, глава жюри, декан факультета физического воспитания и спорта, профессор Кедровский Борис Григорьевич. Вот это, друзья! Ну что ж, как вы поняли, атмосфера в зале уже хорошая. Теплый зал, хорошие у нас горячие жюри. И... Я думаю, пора объявлять первый номер. Итак, хореографическая композиция «You and I» в исполнении наших студентов. Встречаем аплодисменты. I'm not afraid to die.
Хореографическая композиция «You and I». Ваши аплодисменты. Я буду тут танцевательная композиция. И мы переходим к следующему номеру. Друзья, как настроение? Как не верится? Давайте уже наконец-то проснемся. Наконец-то дебют. Привет, Западу! Замечательно. Давайте двигаться точно так же после номеров. Во время номеров ты всегда хлопать, кричать вот таким же образом в стиле. Давайте еще раз порепетируем последний раз, чтобы я больше не напоминал. 3-4. Мы переходим. Следующий номер – показательное выступление студентки первого курса ТСИ «Город» под названием «Real Rip». В сопровождении уже не абитуриентки Альбины Нижегородка. Встречаем!
еще раз поаплодируем нашим талантливым ребятам. А как известно, наш факультет славится своими танцами. Все мы любим танцы, все мы любим танцевать, но и все любят наши танцы. Поэтому встречайте! Хореографическая композиция Dance Battle – это очень опасно. Negative, just be positive.
под Макса Барки, потому что когда я слышу Макса, мне сразу даже вот хочется выйти, сразу же танцевать. Кто из них Макса Барки, друзья? Понятно. Отлично, раз и начал уже такой вопрос. Кто любит песни? Ну, Макса Барки в частности. А кто любит танцы? Я понял, на самом деле все танцоры, значит, пришли. Ну ничего, сейчас мы что-то изменим, но мы петь не будем. Друзья, сейчас будет такой номер, не знаю, для многих он покажется, наверное, чудом. Поэтому не жалею своих ладошек, выпрыгал, потому что это обязательно, и оно очень сильно помогает нашим следующим участникам. Итак, друзья, к вашему вниманию. Показательное выступление студентов факультета Канчика Виктора и Туманца Андрея. Встречаем! Thank you.
композиция в исполнении студентов нашего факультета, и хочется добавить, что ребята создали себя сами. Поэтому бурные аплодисменты им еще раз. Ну, а мы продолжаем. И снова хореографическая композиция в ритме 21 века в исполнении студентов факультета. Встречайте!
Представьте, русалочка опаздывает на свидание. Очень много всего интересного. Итак, представьте, первокурсник в холле на перемене. КВ, прийди на КВ, у нас весело. Правком, приходите в правком, у нас все по-честному. Студент, поучиться не хочешь? Представьте, случай в автобусе. Алло, да, дорогой? Да, хорошо. Скоро буду, да. Алло, да, Петрович? Что? Как вагоны не дошли? А давайте перенесемся на пару, которая проходит на факультете физического воспитания и спорта. Итак, записываем число, тема лекции, история физической культуры. Прошу, извините за опоздание. Петров, ты же учишься на факультете физического воспитания и спорта. А теперь выйди и зайди нормально. Итак, продолжаем. Тема лекции «История физической культуры Давней Греции». Записываем план. Молодец! А теперь выйди и постучись! Все мы знаем, что с 14 лет можно сидеть на переднем сиденье. Итак, смотрим. Да есть! Кто сегодня поедет на переднем сиденье? Да, это я. Почему? Потому что я красавчик. Папа, ты дебил. Есть такие парни, которые могут выкручиваться из любой ситуации. Дорогой, ты такое делал, я беременна! Час пик, маршрутка. Центральный рынок. На маршрутку опаздывает.
ваши аплодисменты. Сегодняшнего дня. Да. Аплодисменты КВН еще раз. Давай. Даю. В общем, у каждой нашей группы студентов первого курса есть свои кураторы. Это Инна Владимировна Городинская. Прошу поприветствовать ее аплодисментами. Это Гурченко Валерий Витальевич. Гурченко Валерий Витальевич. Сбежал. Тем интереснее. И Кольцова Ольга Сергеевна. Ну, смотри, они так пристали и сразу присели. Я прошу вас встать и выйти к нам на сцену, пожалуйста. Подборные аплодисменты, друзья. Алена у нас молодец. Она уже что-то придумала. Насчет замены. Вот у нас есть Дмитрий, такой красивый, журавский. Вот. И он, может быть, заменит нашего непадающего человека. Я думаю, куратор-хищник — это очень даже неплохо. Да. А Дмитрий, попросим вас подняться к нам на сцену. Если будет куратором, допустим, в будущем, на планшетках там выпускных будет просто хищник, написано под его фотографией. Да-да. Это будет классно. Ну, по крайней мере, я буду смеяться. Скажите, пожалуйста, Ольга Сергеевна, кстати, пожалуйста, вот здесь. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а вы умеете танцевать? Ну, Инна Владимировна умеет, это я знаю. А вот Дмитрий, например, или Ольга Сергеевна? А вот Макс Лобарский. Ну, это сложно назвать танцем. Некоторые называют это конвульсиями, ну там как пойдет. Это в стиле собачки. В стиле раненой собачки. У нас есть замечательный конкурс, Женя, который мы буквально вот только что придумали. Мы хотим посмотреть, насколько красиво, энергично и задорно вы умеете танцевать. Особенно Дмитрий. Опять! Факультет физического воспитания всегда славился своими танцами, не правда ли? Давайте поддержим наших и будущие кураторы. Ольга Сергеевна предлагает студентов с группы для поддержки. Главное только не танцевать в стиле собачки. Вот. Поэтому, пожалуйста, кто-то один... Давайте, сколько человек определимся? Три человека у нас. Давайте три человека. Ну-ну. Кто-нибудь сюда выйдет? Можно завод... Поддержать своих кураторов? Завод... Давайте, ребята, похлопаем, поаплодируем. Два вышли. Какая группа, скажите, пожалуйста. Можно заодно определить кураторов, и чтобы кураторы назвали фамилии своих студентов. Ольга Сергеевна. Русалочка Ольги Сергеевны. А Дмитрий? Ага. А, значит так. Один момент. Сейчас попробуем сделать сюрприз. А девушек можно? Я же еще раз повторяю. Ну, я думаю, команда у нас сформирована. Друзья, у вас очень сложная задача. Можно? А давайте сначала третьего, как мы начнем танцевать, добрый день, Ольгу Сергеевну. Ну что же, да?
Да. В общем, ребята, я говорю вам вашу задачу. У нас разные стили песен. Под каждый стиль вам надо будет подстроиться, но делать это очень красиво и энергично. Стиля собачки не будет. Жалко. Очень. Ну что, вы готовы? Да. Да. Поддержим, пожалуйста, бурную аплодисментами еще раз. Итак, дети, я думаю, пора начать. Ваши аплодисменты!
этот номер. А я до сих пор под впечатлением конкурса куратора. Это еще хорошо, что Тверка не было. Ну, не об этом. Друзья, какой же концерт, какой же дебют на физическом воспитании без легенького рэпчика? Давайте попробуем. И на эту сцену я приглашаю одного из ярких персонажей нашего концерта. Активиста нашего факультета и просто хорошего общительного мальчика Виталий Руденко. Встречай! Минус можно уже включать. Эпсилай. Давайте поддержим, друзья мои, чтобы знать, было приятно. We were younger and free.
I've forgotten how I felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
всегда.